помощь профессионалам с 2011 года в регионе стали создаваться добровольные пожарные дружины. Пилотный проект был опробован в Новооскольском районе. Сейчас в этом муниципалитете 7 подобных команд. Свой взгляд на сербскую драму в Белград приехал Синиша Ковачевич, автор пьесы «Сыновья моих братьев», поставленной на сцене Академического театра имени Щепкина. Это первая постановка произведений сербского драматурга в России. В Новый год на Карете времени в областном центре прошел благотворительный бал-маскарад, организованный активистами молодежного движения «Новое поколение». Все собранные средства были переданы на лечение Егора Барыльникова из Губкина.